Его не стало в 42 года. Он был трижды официально женат и воспитывал двух сыновей. Но внебрачной дочери так и не дал свою фамилию. Как сейчас выглядят дети Владимира Высоцкого и как сложились их судьбы? В этом году старшему отпрыску знаменитого певца исполняется 60. Аркадий, как и его младший брат Никита, родился в браке Высоцкого с актрисой Людмилой Абрамовой. Этот союз для поэта стал вторым по счету, но официально он был заключен только через год после рождения младшего сына. Старший сын Высоцкого далеко не публичный человек и не любит каких-либо ассоциаций со своим знаменитым родителем. Аркадий окончил в ГИК, и его однокурсницей была Рената Литвинова, и посвятил всю свою жизнь написанию сценария. Кстати, он до сих пор трудится на этом поприще. У него 5 детей и огромное количество внуков, а женат Аркадий в данный момент в 3-й раз. А вот младший сын Никита известен не только в узких театральных кругах. Он актер и режиссер, озвучил Сергея Безрукова в фильме, который сам и поставил Высоцкий «Спасибо, что живой», и снялся в 25 фильмах. Никита очень похож на своего отца, и не узнать его в кино просто невозможно. Сейчас 57-летний Никита Высоцкий женат и воспитывает 3 сыновей и дочь Нину, которой только 8 лет. А Владимир Высоцкий ушел из семьи, когда младшему сыну не было и 4. Барт увлекся новой музой, и это не мудрено, ведь от своей первой супруги Владимир Высоцкий ушел, когда уже состоял в отношениях с Людмилой Абрамовой. Вот и у актрисы Татьяны Иваненко родилась девочка, когда Высоцкий был уже женат на Марине Влади. Мать назвала дочь Анастасией и дала ей свою фамилию. Сам же Высоцкий не любил говорить о незаконнорожденной дочери и так ее и не признал. Да и Иваненко до конца своей жизни не накаляла обстановку и не распространяла слухи об отношениях отца с дочерью. Затем у талантливого музыканта были параллельно отношения с Мариной Влади и актрисой Оксаной Афанасьевой, которая находилась у смертного одра поэта и проводила его в последний путь. А дочь Анастасия Иваненко окончила МГУ и стала журналисткой. Она работает на канале «Культура». Сейчас ей уже 50, и у нее есть взрослая дочь Арина, которой 23 года. А как вы думаете, почему у глубоко пьющего человека было столько женщин, которые его не только боготворили, но и рожали от него детей?